Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, моего Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех привет. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит, как всегда, конкурс на игрушку, но мы разыгрываем не только игрушки, а еще и скины на CSGO, поэтому обязательно залетайте, обязательно участвуйте в конкурсах. Народу здесь участвует очень мало, поэтому шанс выиграть всегда очень большой. Условия также все бесплатно, поэтому в описании под этим роликом все. Удачи, приятного просмотра. В этом видеоролике, как вы поняли по названию, мы сделаем обзорчик на новый энергетик от Насти Ивлеевой. Сейчас его надо достать. Опа! Вот так он выглядит. Надо замутить с ним превьюшку. Готово. Со вкусом манго и апельсин. А, у меня камера зеркалит, я понял. Напиток безалкогольный, тонизирующий, энергетический, газированный. Изи-пизи, со вкусом манго-апельсин. Принцип, как вы уже поняли, по заднему фону. Я сменил локацию. А именно сейчас я нахожусь на даче, помогаю бате. Ну, пока не помогаю, пока перерывчик, так сказать. И записываю для вас этот видеоматериал, собственно. На предыдущие два я уже записывал ролики. Есть еще там два вкуса вроде, помимо этих, то есть в сумме 5. То есть получается там и чипсов вроде 5. Шаурма, огурцы, сыр, краб, тушенка. А, нет, и холодец с хреном, 6. Кстати, камера, я так понимаю, у телефона нормальная. Даже очень хорошая. Так вот. Чё-то забыл. А энергетиков 5 от Насти Ивлеевой, я так понял. Или же 6. Вроде бы 5. Не помню я точно. 5 точно? Вот 6 не знаю. Я также сравнил некоторые энергетики. Как я говорил, сестра мне любит пить энергетики. Я посмотрел, тут кофеин 24 миллиграмма кофеина. В некоторых 30 миллиграмм, в некоторых по 27 кофеин. Тут 24. Тут, то есть, еще более-менее. Потому что я не знаю, с чем это связано. Связано ли это с энергетиком, с двумя энергетиками, которые я вчера выпил. Но уснул я в 4 утра. То есть, лег там часа 2 и только в 4 смог уснуть. И, собственно, ночи. Ну, 4 утра, 3 утра, без разницы. Поэтому, не знаю, связано это с энергетиком или связано это с тем, что я слишком мощно зарядился как-то выложить ролики. Также и с ноутбуком на тот момент еще разбирался. Я хотел ноутбук сюда прям привезти и записывать для вас здесь ролики какие-то, но не получилось. Поэтому, сори. Ну, собственно, давайте откроем этот энергос и попробуем его на вкус, что он из себя, так сказать, представляет. И все в таком духе. Перепроверил я запись для того, чтобы не было никаких бликов. Потому что помню горький опыт, когда записывал распаковку своего кресла, как я его собирал, уже его собрал, все, уже был готов ролики монтировать, дропать их, перекидывать их на компьютер. Я такой смотрю, а у меня не записалось просто. Ну как, записалось, но там блики были, там вообще невозможно было смотреть. Не знаю, с чем это связано. Но с тем, что телефон дерьмище у меня. Xiaomi 8. За десятку я его брал где-то так. Года 2 назад.
или год назад даже. Дерьмище полное. Поэтому время от времени, наверное, буду прерываться, смотреть, как записалось. Или же не буду прерываться. Возможно, утром запись лучше, потому что тогда я записывал вечером. И, возможно, были какие-то блики в камере. Всячески тут, возможно, будут какие-то слышные звуки соседей. Потому что мы тут не одни. Там соседи. Там соседи, везде соседи. Также люди могут на улице ходить, просто разговаривать. Поэтому, если будут какие-то звуки слышны, не обращайте на это внимания. Собственно, погнали делать уже обзорчик. Чувствуется манго-апельсин. Ох, жестко. Блин. Холодненький, конечно, покруче будет. Блин, камера реально прикольная. Вот, слышите звук? Блин, камера реально балдёж. Камера реально кайф. Также у меня есть тут вот эта хрень, не помню, как называется. Багет. Будем периодически закусывать. Кушать. Мне делал кашу и закусывает. Что могу сказать по энергетику? Энергетик, в принципе, вкусный, прикольный, но пейте холодным. Моя ошибка, я не пью холодным. Поэтому это исправляйте обязательно. В принципе, сказать мне больше нечего. Могу только попрощаться. Ждите еще видосы. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.